человеческие интересы. Но, судя по моему опыту, они сами могли стать жертвой своих пророчеств. Должно быть, интересный был опыт, брат. Я обратился за помощью к Оракулу, чтобы вырваться из рабства Ареса. У одной жрицы были видения, будто Олимп падет по вине бога войны. Мы продолжим в другой раз. Расскажешь все-таки ту историю об Оракуле с твоей родины, у которой были видения о падении Олимпа? Да, из-за бога войны. И она решилась помочь мне, надеясь ослабить Ареса и защитить свой мир. Но не предвидела, что я убью Ареса и займу его место. В итоге, я помог сбыться ее пророчеству. И Оракул сама приблизила то будущее, которого надеялась избежать. Отличная у нас подобралась компания.